Dragon De Longhi. I... Навіщо їхати так далеко? Київська фірма «Бояр» запропонує вам найкращі моделі обігрівачів «Делонгі» за помірними цінами. Телефон 265-85-42. 265-85-42. Добрый вечер. Новогодний вечер – это, пожалуй, один из немногих вечеров, когда в доме собирается вся семья и самые близкие друзья. Для того, чтобы вспомнить и проводить старый год и встретить новый. Как всегда в этот вечер украшена елка, накрыт праздничный стол и обязательно зажжены свечи. Что устраивайтесь поудобнее у ваших телевизоров и праздничных столов, а я приглашаю вас на семейный вечер программы «Звездная дорога». Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Звездная дорога». Ну что, начнем? Сегодня у нас необычный вечер. Мы не столько встречаем Новый год, сколько провожаем старый. И я хотел бы сегодня всех поздравить с этим замечательным событием, так как мы наконец-то в этом замечательном зале, и вдвойне хотелось бы поздравить всех присутствующих с тем, что эту возможность нам предоставила программа «Звездная дорога». С чем я вас и поздравляю. Бездонная звезда заглянула к нам в окно. Серебряным ручьем льется звездное вино. И круто голова. И лунный свет твоих струится в волосах. И ничего тебе важнее нет, чем эта ночь в твоих глазах. Ночь в твоих глазах. Прощанья гаснут на губах.
Бездонная звезда, как бездонная любовь. Бездонную любовь приютили мы с тобой. И очаровательных гостей из города Одессы, сестер Таль, Лену и Яну. Яна? Да, Яна. Так кто из вас Яна, а кто Лена? Я. Похоже, мне не разобраться, а посему входим. We're gonna make it.
продюсера Николая Михайловича Красницкого. Любимая девчонка.
честь представить самую юную и, наверное, самую обаятельную участницу нашей программы, Катю Несюгу. Так случилось, что Катюшу я знаю 10 лет ее жизни, мы соседи. Но я очень рад ее представлять не только потому, что мы соседи, а потому что это очень талантливая девочка, и я желаю в новом году, Катя, чтобы тебе сопутствовала удача, побольше новых хороших песен, и продолжаю совершенствовать свое мастерство. А сегодня Катя споет песню «Консуэлла». Это моя песня, и я очень рад, что Катя ее так здорово исполнила. Thank you.
Я хочу сейчас пригласить на эту сцену любимца ночных клубов, популярного исполнителя Олега Афанасенко. Поприветствуйте. Я хочу всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать вам всего самого доброго и исполнить для вас сегодня песню, которая называется «Белые, белые, белые цветы». Сказал тебе прощай, а ты стоишь и не уходишь. Уже закончился наш май, и птицу в небе ты не словишь. И что было, кажется, во сне.
ты наверняка знаешь, что наверняка помнишь эту прекрасную традицию новогоднюю, когда еще с прошлого века, когда новогодние пожелания записывались в семейный альбом. Так вот, у меня есть как раз такой семейный альбом нашей программы. Если не сложно, запиши, пожалуйста, свое новогоднее пожелание нашим телезрителям нашей программе, если можно. Новогоднее пожелание. Я думаю, что это будет более логичным, если это сделает моя супруга Галина Бешеневич. Она является моим главным соавтором этой песни. Интересно, что получилось, да? Давайте послушаем. По звездной дороге идем Новый год. Я читаю. Смеясь, веселясь и ликуя. И пусть на пути этом каждый найдет звезду своей славы большую. Здесь попасть. Программу «Звездная дорога» и всех ее участников с Новым годом, пожелать им всего самого наилучшего. Мне очень приятно представить своего самого большого любимчика, Димочку Климашенко. Он молодой исполнитель, но из категории тех исполнителей, которым принадлежит будущее. No.
чей дом будем вызывать? Я предлагаю, давайте вызовем дух Богдана Хмельницкого. Какой? Какой Хмельницкий? Это ж не для Нового года. А что, для старого? Давайте выключим среди петлю. Давайте вызовем Ленина. Зачем? А представьте себе, Москва, Кремль, Куранты, Красная площадь. О, давайте вызовем всю Красную площадь. Ну тут принимаем никаких проблем. Может, в институт? Сейчас я хочу представить артиста, который ее всегда можно узнать, потому что ей присущий великолепный тембр голоса, широкий диапазон. И она просто красивая женщина. Поет Жанна Боднарук. Oh.
все, наверное, помните, что в нашей передаче существует конкурс. Он был, есть и будет. На лучший клип, лучшую песню и самого понравившегося исполнителя. И так как мы в одной из первых программ говорили, что победители этого конкурса обязательно получат призы и ценные подарки, мне придется выполнить свое обещание. Сегодняшний вечер мы проведем в этом уютном ресторане с романтическим названием «Редфорд». Мне хотелось бы поблагодарить фирму «Экском» за эту предоставленную возможность. Я хочу пригласить на эту сцену представителя фирмы «Талмар Украина» Сергея Бренина. Попрошу, пожалуйста. Добрый вечер. Мне хотелось бы от имени фирмы «Далмаркет Украина» поздравить всех с Новым годом, пожелать в наступающем Новом году счастья, всего самого хорошего, ведь что бы там ни говорили, в 96-м году все равно все будет гораздо лучше, чем в 97-м. С наступающим вас с Новым годом. И от имени «Далмаркет Украина» мне хотелось бы вручить скромный маленький приз известной и любимой нашей фирме певице Жанне Боднарук. Женечка, это очень скромный ящик доброго французского шампанского. Если вы не против, мы бутылку с вами выпьем. Подобщий аплодисмент. Саша, Новый год — это семейный праздник. Это елочка, подарочка, детки, да, жены. Ты можешь вспомнить свою любимую детскую игру, особенно под Новый год? Ну так, по-моему, у всех одна игра. Ну вот так вот. Да, какая у нас игра? Пирочка. Ух ты! Сыграем? Давай. Давай попробуем. Хорошо. О! Говорити нічого не треба.
Остаться с тобою один на один. А цей душ надовго, і краплі не тиці. Вони не повернуться у височинь. Цей душ надовго.
Я хочу передать слово самому представительному мужчине за этим столом. Игорь, скажи пару слов нашим телезрителям. Уважаемые телезрители, я хочу от имени нашего стола, от имени этих прекрасных артистов, этих великолепных певцов и певиц, поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать вам счастья, здоровья, мира в доме и хлеба на столе. Всего вам самого наилучшего. Я хотел бы пригласить представителя фирмы «Экском» для того, чтобы вручить еще один приз. Добрый вечер. Прежде всего, разрешите вас поздравить с наступающим Новым годом. Пользуясь случаем, хотелось бы пригласить всех присутствующих и дорогих телезрителей почаще бывать у нас в ресторане. Но особенный приз мы хотим вручить певице, которую хотелось бы увидеть почаще здесь. Таисии Павлий. Игорю Лихуте. Пригласительные на бесплатный обед. Спасибо огромное. Ну, а теперь я хотел бы пригласить исполнительного директора телекомпании ТЭТ для вручения еще одного приза. Попрошу на сцену. Я бы хотел пожелать добра и счастья в следующем году всем родным и близким. Всего вам самого хорошего в наступающем году. Один из основных моментов, по которым вручаются призы, это самый понравившийся исполнитель. Может быть, я использую служебное положение. Но мне больше всего понравился Климашенко Дмитрий. Телекомпания ТЭТ бесплатно снимет клип Дмитрию Климашенко. Спасибо. В этом зале сидит артист, который победил в нашем конкурсе дважды, а точнее по двум номинациям. Я хотел бы пригласить на эту сцену представителя фирмы «Харбой» для вручения приза этому исполнителю. Попрошу на сцену. Добрый вечер еще раз. Мне хотелось бы действительно вручить приз человеку, который победил дважды. Официально дистрибьютора фирмы «Харбой» на Украине. Я хочу вручить Саше Тищенко. Скромный подарок! Мама, знаешь?
Серебряные предметы сервировки, хрустальные бокалы и вазы, наборы для специй и многое другое от английской компании Q&M оптом и в розницу предлагает фирма Excom. Это идеальные подарки, это украшения стола в праздники. Пусть каждый ваш день
Навещу ехать так далеко. Киевская фирма «Боярд» запропоную вам найкращі модели обігрівачів «Делонгі» за помірними цінами. Телефон 265-85-42. 265-85-42. Подивись.